О, блогер. Блогер. Ну-ну. Денег нет, а вы держитесь. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Прощайте, барабан. С греческого языка это слово переводится как «притворство». Пятьсот очков, буква. Р. Откройте нам букву Р. Р. Крутите барабан. Семьсот пятьдесят очков. А. Нет, неверно. Ну, вращайте барабан. Шестьсот очков. Буква. Откройте букву О. Вращайте, пожалуйста, барабан. Триста пятьдесят очков. Ну вот, откройте нам букву Н. Ирония. Что, будете крутить? А при чем тут ирония? 500 очков, буква. О-хо-хо-хо! Нет, неверно. Будете барабан вращать? При чем тут ирония до притворства? 600 очков, буква. Ой, откройте букву И. Некорректный вопрос опять, очередной. Назовете слово целиком? Абсолютно точно! Да. На этом мы прощаемся с вами ровно на одну неделю. Нет, мы не прощаемся. Мы будем дальше играть с блогером. Там... Вообще-то Димон. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире «Капитал Шоу Поле Чудес». Винодел. Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Крутите барабан. Кто был первым русским князем, ходившим на лыжах? Очков. Буква. Р. От, молодец. Такой буквы здесь нет. Вращайте, пожалуйста, барабан. 400 очков. Буква. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. 700 очков, буква. Ой, неверно. Крутите барабан. 750 очков. Просто замечательно. Неверно. Вращайте, пожалуйста, барабан. Банкрот. А банкрот. Вращайте барабан. Ноль. У вас ноль. Вращайте, пожалуйста, барабан. 500 очков, буква. Угу. Такой буквы здесь нет. Вращайте барабан.
500 очков, буква. О. Откройте букву О. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Шестьсот очков. Буква F. Я поражен. Нет, неверно. Что будете крутить? Чё, борода? 350 очков. Ой. Откройте нам букву Н. Будете барабан вращать? А, мономах. Блин, я последнюю вот эту... 350 очков. Я подумал, что... А, это последняя. Откройте букву М. Все ясно. Так, мы в пролете. Назовете слово целиком? Конечно. И вы абсолютно правы! Черт побери. Черт побери. На этом мы прощаемся с вами. Нет, мы не прощаемся. Мы опять играем. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Крутите барабан. Этот человек не помешает, когда занимаешься чем-то новым. Но напрашивается репетитор. Но не обязательно. 400 очков, буква... Р. Такой буквы нет. Понятно. Вращайте барабан. Наставник. 600 очков. Буква. Замечательно. Откройте нам букву Т. Наставник. Ну, вращайте барабан. Шестьсот очков. Буква. К. Что? Откройте нам букву А. Издевается. Он начал не с А, а с Т. Значит, прощайте, он, пожалуйста, барабан. Знает уже это слово. Шестьсот очков. Буква. Ну, правильно. К. Откройте букву К. Ну и скажет что сейчас слово. Ну, если не он, то вот это козавочка. 600 очков. Буква. Да что ж ты. Неверно. Будете барабан вращать? Ольга Ефимовна, что не скажешь даже. У вас ноль. Ну что, тогда. Вы лохи. Давайте, давайте. Лохи и лохи. Вернее, лох и лошица. Ну, конечно! Ну, на то я и блогер. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Финал. Хорошо. Вот задание на финальный тур. Ну, вращайте барабан. В Китае этот цветок с
считается овощем, а в Европе сорняком. Восемьсот пятьдесят очков, буква. Так. Нет. Так, ну ладно. Давайте, не задумывайтесь. Неверно. Неверно. Ну, прощайте, барабан. Хорошо. А, назовите. 700 очков. Буква. Да, А. Другое дело совершенно. Откройте нам букву А. Вращайте, пожалуйста, барабан. Пятьсот очков, буква. Откройте нам букву Н. Вращайте, барабан. Шестьсот очков, буква. Откройте букву. Одуванчик. Ну да. Ну, вращайте, барабан. Да, мы варенье из одуванчиков варили. 600 очков. Буква. Ну, ясно. Гениально. Одуванчик. Откройте. Получается, он И. Фрукт. Что, будете крутить? Триста пятьдесят очков. Откройте букву У. Понятно, что... Будете барабан вращать? Не будем. Да ну что ж ты его вращаешь? 450. Чу. Кто ж будет спорить с этим? Такой буквы нет. А это скажет. Будете крутить барабан? Восемьсот пятьдесят очков, буква. Ага. Откройте букву В. Ну, сейчас она назовет. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. И вы абсолютно правы. Ладно, а мы еще поиграем. И перед нами победитель. Победительница. Так. На этом мы прощаемся с вами. Нет, мы на этом не прощаемся. Будем играть до победного конца. Добрый вечер, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Первая тройка в студию. Вот задание на первый тур. Вращайте барабан. Это я знаю. Что придумал Виктор Орвел, сидя в тюрьме и со скукой глядя на квадратные плитки с пола? Давайте, давайте. Даю, даю. Ну, конечно! Получится, может, в экстренном порядке пройти. В эфире Капитал Шоу «Поле чудес». Финал! Прошу! Вот задание на финальный тур. Вращайте, пожалуйста, барабан. Этим сторонники английского короля Георга пытались отравить Джорджа Вашингтона.
что-то я такое вроде как бы... 850 очков, буква. Знаю. Ну ладно, Р. Откройте нам букву Р. Крутите барабан. Четыреста очков. Буква А. Ну, слава богу, наконец-то. Такой буквы нет. Прощайте, барабан. Семьсот пятьдесят очков. Хо-хо! Откройте букву О. Помидор. Будете вращать барабан, назовете слово сразу. Четыреста пятьдесят. Нет, неверно. Будете крутить барабан. Сусанна Никаноровна. Шестьсот очков. Буква. Ну вот, такой буквы нет. Что, будете крутить? Нет. Давайте, давайте. Даю, даю. И вы абсолютно правы! И перед нами победитель! И супер игра. Если сейчас не выиграем... В эфире «Капитал Шоу. Поле чудес». То через неделю... Супер игра. Еще раз сыграем. Вот слово, которое вы должны отгадать обязательно. Вот задание на супер игру. Я разрешаю вам открыть любые пять. Способ передачи содержания... заключающиеся в организации структуры данных. Ну, получается, что встречаться мы через неделю не будем. Потому что сейчас и ответим. Откройте, пожалуйста, буквы, если они есть. Минута пошла. Ну, конечно! Вы выиграли суперигру! Эти аплодисменты вам! Вы выиграли супер-игру, и в качестве супер-приза вы получаете... Видеопроектор. На это мы прощаем. Но явно не на кухне. А это так, в этой комнате. Ну, не в прихожей же. Так, новая знаменитость. Ну, это... Буш. Да? Нет. Короче, разберемся. Так. Сейчас поставим проектор вот сюда. Здесь, походу. Не, ну, на коллекционную фотографию вряд ли я со знаменитостями насобираю.
сильно уж тут дофига денежков надо, 140 тысяч. Электромясорубка. Чё она на самом верху? Так. А, этот вспомнил. Буш. Это ж Обама. Ну, осталось у нас две знаменитости.